Двоих танков втроем на левой платформе. На правой платформе остается адмирал, Полина и Шторы. Вы должны здесь, получается, хилить. Полина, станешь между Давай платформой. Уточним. По часовой стрелке слева направо я стою между первой и второй платформой. Давай, так? Нет. Да, Между... да, видишь, Лёха, они путаются постоянно. Ты говоришь, что с этой стороны начинаешь счет, то с этой. Я поэтому уточняю. Он иногда говорит там первый, иногда говорит там. Стоит с Луц... Если Драгонцев стоит с Луцинем на первой, второй платформе слева, блядь, этот, значит, естественно, я говорю, что просто отец Моца и Денчик стоят, блядь, вместе с ними и хилят них. А на рейде, я говорю, остается Полина, Шторы и Адмирал, блядь, которые хилят три. Полина стоит между, блядь, третьей и четвертой платформой, вот, если спасибо. Считать по часовой стрелке. Спасибо. Лучше сразу вопрос задать какой. А может подиспелить это? А кто диспелит Луциня на второй фазе? Там есть просто отец, который будет дисплеить всех. Я больше в Моссе уверен, Мосса пускай хилит. Этот Денчик тоже пускай хилит, просто отец там их подиспелит. Этот, дальше. По поводу этой, здесь, что будет твориться. Первого моего сливаем, я освобождаюсь, иду Войда меняю. Войд, освобождаешься, притягиваешь моба, идешь, меняешь Луцини. А Луцинь бежит в рейд и начинает диспелить по рейду. Ребята, вроде все фазе... просто, да? Еще секунду. На каком косте мы бежим в РДД зону на второй фазе? Как он называется? Вот смотрите, сейчас пошли со мной все. ШП 4К. Вот. Вы на платформу. Вы забегаете на платформу. Моб появляется вот здесь. Милики сразу его дамажите. Вам проанонсят, типа, перья, блядь. Когда вам анонсят перья, вы что делаете? Бежите, блядь, вот сюда, примерно, да? Тут будет РДД-зона вся. Вся РДД-зона стоит в куче вот здесь. Дамажится то же самое. Милики бегут сюда, анонсится каст, перья. Милики прибежали, перья полетели, вы обратно возвращаетесь, дальше бьете. Что делают РДД? Стоят в куче, видят, что перья летят, сдвигаются правее, вот сюда. Дальше бьют. Потом следующий анонс, перья. Милики прибегают сюда в РДД, перья выносятся, дальше милики бегут дальше бить. РДД смещаются вот сюда. Все держатся кучно, таргет в таргет. В общем, осквернение. То есть вы перебегаете кучно, там вас не продамажит. Даю проверку. А танк тоже убегает или на танков не кидается? На танков не кидается, танков. Танки стоят под боссом. Все, все здесь, все готовы, пошли на позицию. Подожди, хватает хп мало. У меня все есть. Сейчас. Все, на позиционку стали. Поехали по готовности. Адмирал, ни одного таймера не вижу. Ты что-то сломал. Вижу. Класс. Во. Бежали. Никитос в луже стоит. Не двигается. В луже выбегаете, дебаф на вас будет налаживаться, который вас убьет. В лужах нельзя стоять. Смотрите за своими дебафами. О, таймеры пошли. У вас какой-то лишний дебаф появляется, значит вы в луже стоите. Да. Перебежали. Забрал босс. Наперед, блядь, милики перебегают. Я объяснял, я хуй знаю.
Непонятно, наверное. Контроли моба. Баны только по одному мобу бан. Локи, блядь. Ложимся. Блядь, блядь. Какого хуя у вас стоят задние мобы в бане, блядь? Если я говорю, блядь, ближнего забаньте, вы должны, блядь, забанить ближнего. Без разницы, кто это сделает вообще. Зачем вы, блядь, дальних в баны, блядь, если там дается Blizzard, который их замедляет? Посередине мобы появляются, давайте им баны. Лающий и вы не ощущаете вот типа хуя. Гриб, блядь, почему бана не было? Я сейчас стак, если я забью воду, чтоб смотреть. Пылающее перо, стак из ложек. Гриб, не дай бог, я, блядь, увижу сейчас. Реально. Что, блядь, 4 моба заходят в босса, блядь, и ты не даешь бан по одному их. А там локи Маклэш же делали. 4 моба зашло, блядь, в босса. Ни по одному не дал бан. В чем проблема? Или ты перебанить, блядь, не можешь? На след давай. Никитас говорит повис. Ты в контроле и не идет. Ты как хочешь делай, но блядь. Чтобы если ты видишь, что 4 моба идет в босс, ты одного сразу банишь. Там несложно. Допустим, 2 даже лока банально с мозгами. Всех этих мобов могут законтролить так, чтобы они зашли по очереди по 3 в босса. То есть, если ты видишь, что идет 4, даешь одному бан. Если вы видите, что идет 5 боссов, значит 2 лока дают по 2 бан. Можно еще такую вещь одну, милики. Я не знаю, кто из вас, но хотя догадываюсь. Вы, вот я вам объяснял до этого. Блять, наконец каста вылетает перо. Если вы близко стоите, оно, блять, моментально попадает под вас. Вот кто из вас бежит вперед под босса, к танкам, блять, туда? Вы понимаете, что миликам нужно, ну, бить, нахуй. Они же не будут крюками вот так ходить, блядь, вокруг босса, нахуй. И вы надеваете лужу наперед. Я же говорю, с лужи вешаются стаки. Вы наловите этих стаков, блядь, и хуёво будет. Вы какие-то полкаса, как там, осквернение, блядь, ребят, каст докастовывается, вы бежите от босса право, либо лево. Старайтесь под РДД сильно не выносить. Вот вся тактика. Ну, скинь мне. Денчик, готов? Не на половину коста, а чуть позже. Все, все на позиционку становимся. По готовности пуля. Почему? Готов, встань ты правее, там по дальним кругу. Каст. Перебежали. Стойте, пристирай РДД, блядь, под нами. На танков здесь еще, кстати, не кидаются перья никогда. Хуй знает. Может и кинуться. Кидаем. Поверь. Тивня босса дамажим. Да. Сейчас перебираем. Перебирали. Дарим за медло, одного.
Блять, зачем ты их морозишь? Скажи мне. Это Blizzard. Да надо забанить одного, 0 бан. Побежали. Ложитесь уже, нету смысла. Вы, блядь, по контролю разберетесь или нет? Ты дальник, блядь, нахуя ты их замедляешь? Нахера ты их замедляешь под босса? Скажи мне. Зачем ты это делаешь? Я тебе говорю, дальник, блядь, просто дальник. Блядь. Так, они ж двигаются, подходят где-то, ну, плюс-минус, проходят половину. Все, дальше не трогать? Все, больше дальше не надо трогать. Все, окей. Блядь, у вас просто вот Розелина, ты, блядь, Гриб и кто там, и Лот. У вас, блядь, 4 человека, которые должны это все делать. По красоте. Ой, где притяжка? Там бан был, блядь. То есть ты не можешь найти моба, который не в бане. Ты сразу вот глянул, да? Нет, да, в бане, блядь. В один момент и... произошло это хуйня все. Так ты подожди, пускай дадут бан, потом притяжка. Сразу мобы заходят. А почему-то первый пул, главное, был вообще нормальный. А вот сейчас даже жопа какая-то пошла. Да, блядь, тупят с контролем. Там, ребят, если быстро-быстро подходят, ни банов, ничего нету. Старик, ты можешь кинуть лужу, она очень хорошо замедляет. Кирс у нас вчера кидал, позавчера. Очень хорошая вещь. Встаем, бежим, встаем все и бежим. Пиздец какой-то просто. Первый нормальный пул вообще. Сейчас вообще хрен пойми, что. Вроде те же люди. Пока три лока, блядь, не начнут нормально исполнять с магом. Вы должны сами контролировать дебаф, который возле вас. Смотреть с КП рейда и контролить, запускать мобов в босса. Судя по вашему ХП и, блядь, судя по этому ХП рейда. Ставишь или мне ставить? Серьезно, метку? Бегай за толпой. В середине вот мы стоим. Да метку-то надо не мне. Знаешь, хилы вперед вырываются. Вырываются вперед, потому что танки отводят босса, чтобы... Да я понимаю, я говорю, ну надо, чтобы РДДшники двигались, кто-то стоит сзади, докастовывает им пофигу. Соответственно, вот эта вот лужа падает хер пойми где. Вместе с хилами. Хил побежал, и вы бегите. Народ, лужа вас не убивает. Есть там даже время, если на вас под вас лужи кинулась, выбежим лужи. Плюс у нас хилы бегут на начале каста. Не в конце, когда надо, а именно когда он начинает кастовать. Называй ники этих людей. А да вот перо вас не убьет. Вас убьет больше пару перьев. Релогнусь 10 секунд. Я вообще отдельно от всех стою, чтобы меня не трогали. Разоромки чуть-чуть. Еще раз проверка. На позицион. Все, поехал. Перебежали. Мосса поднимай. А, блядь, Денч, как скажи? Только тут Никитос. Вы чё, блядь, все РДД стоите в одно? А там 5 где перьев дальше? Просто. А где дальний точку. Круг с РДД? Вот, скажи. Класс.
Бафы по ним даются. Контроль. Где баны? Там, где категория, короче, где циферка вашей категории, иссушающий жар, вот это вот, ну, человечек такой беленький, и появляется еще сверхновая, и стакается. Вот один моб вошел в босса, появилась хуйня, и там второй вошел, появилось, ну, два стака, типа. Вот эту хуйню смотрите глазками сами, и тогда вы будете понимать, когда их нужно стопать, когда контролить, когда, блядь... Забыть про ДПС, повернуться, дать вихрь, дать кольцо льда, чтобы не советую было вайпа. Советую вытащить фрейму, вот я не перебью. Советую вытащить фрейму, кто контролит, и смотреть за ХП просадкой рейда. Если мы на 30% ХП, то ладо запускать ни в коем случае нельзя. Ну, ХП просадка рейда, это вообще желательно. Чтобы вы рейд видели. Чтобы вы я, всю... ты мобил, да, вообще? То чё? Это такое ощущение, что мобы вообще не замедляются, мага. Не, замедление было. Бля, ты понимаешь, почему вот у нас мобы идут пиздец. Там нет, это, там Кирс этой. Там Кирс этой пятом. Прям вообще вот там прям жесть не идут. Да там еще точечные контроли. Тут просто люди-то первый раз, чего вы хотите? Смотри, вот первый пул вообще идеальный был, ты понимаешь? Самый первый. Как же, как у нас на профессоре вчера, да, Рико? Короче, весь рейд все контролит. Бирсу уперлись. Весь рейд все контролит. Там как бы контролят они, но смотрите на вот эту хуйню. Пропала эта хуйня, значит можно запускать 2-3 моба. И объясняю тебе, как Локу. Как Локу, который, блядь, пришел на Лара в КМ. У тебя есть бан, блядь, ты можешь перебанить. То есть, если ты видишь, что заходит 4 моба, блядь, в босс, ты свой бан снимаешь, а сюда банишь, блядь, этого моба. Это, блядь, сделать секунда времени, слэш таргет, блядь, этого моба. Только таргет моба выйдет. И нажать кнопку. Просто гриф, вот как тебе брать на этого босса, если ты просто не можешь это контролировать? Вот идет 5 мобов, и ты не можешь контролировать так, чтобы, блядь, своим баном одного тормознуть, допустим, второго, блядь, потом попозже тормознуть, чтобы, блядь, 3 моба зашли. Вы банами можете тормозить мобов. Вы можете перебанивать, блядь, как хотите. Даю проверку, баф. Крис. Что не хватает? На дальнем круге стоят все РДД, за исключением Прони, Локи, Гриба, Мозера, Нейлипса и все. Все остальные стоят на дальнем круге. Они все на ближнем стоят. Все здесь, все готовы. Thank you.
Перебегайте за телами, перебегайте. Дамажим тебе. Кастер. Кастер. Перебежали. Ну, можешь по центру стоять, чтобы все доставать. В дальнем ближе. В единем. Пускай идут. Два доходят. Вырываются немножко. Перебежали. Вы отстаете, вас не достать. Вот так стоять по внешнему, по внешнему кругу, вы можете за босса. Да вот, пустите банк. Забрал босса. Каст. Попел старика. Сакруски. Дальнего отпускайте, тоже посидел. Сакрусы. Дальний контроль. Давайте не достать похилого. Забрал. Стараемся
Сейчас 10 хлопаем и переход. Хорошо, побольше. Да, он не знает. Сильнее ДПС. Блять, помогай. Все, пусть доходит. Сильнее 1% берса 10 секунд. И готовьтесь бежать, тут вот рядом. Сильнее, сильнее. Сука. Бежим, бежим, бежим. Побежали. Дайте наверх. Дайте ПР. Лёху, лестните. 15 секунд. Аура, да? Ну, сука. Аура, апается, заебись. Ну, короче, успеваем, нахуй. Еще посильнее надо ДПС. Из-за того, что все стоят с другой стороны, их не достать по хилу, и приходится прохиливать их таргетом, да, у меня больше маны. Это что, берса была или переход? Да, да, фарту? Берса, берса это была. Два в одном было. Ну, типа, блядь, могу понять, у них, типа, на всех новых боссах, типа, урон через бабл идет, я не могу понять, блядь. Не знаю. А что через бабл там было? У меня через бабл убило, типа. Ну, я бабли был. Ну, может, аура идет, хуй знает. Ну сейчас смотри, сейчас красиво играют, да? Вот вообще, блять, идеально. Вот так всегда делать и вообще охуенно будет. Но ДПС, конечно, вот ты эти. Что ДПС, инканите еще разок. Что там? 15-я позиция, пока тут 9, Розелина 10, Джокер 11, зачетный 11, грипп 14. Грипп 11. Грипп, ты серьезно? Где ДПС? Розелина, серьезно? У вас, блядь, Т4, Т5, где ваш ДПС? Я понимаю, что вы контролите, но контролить надо всего лишь затратить там, блядь, 2 секунды за хелп. Ну, за один каст мобов 2 секунды на контроле дается. Не декурсят, Луцин, что с декурсом? Первые хилы. Ну, я понимаю. А, если они, смотри, они убегают в центр, а я по дальнему кругу, я до них не достаю. Ты... Я сказала, стой в центре. Да, я стой потом в стал в центре стоять. Потом все же прекрасно было. Да, в мелизоне централизуйся у босса, и ты достаешь всех. Поставил рыбу. Поставил. Грубо говоря, если все достают босса бить, то от босса ты должен доставать. Да, да. Централизация. Как в шахматах. Там единственное, несколько РТД бегут за боссом, периодически разливают криво лужи. Ну, там уже что поделать. Мозер диспелит один человек, и в приоритете идут хилы, потом остальные по очереди. Поэтому иногда придется ждать секунд 5-6. Ага, иногда 22 секунды. Нет, 22 это бред какой-то. Ну смотри, джипа вешается с 30 секунд, он идет на убывание. И он диспелится иногда и на 8, и на 5. Неликс, если 4 хила, естественно, он 4 хилов сначала прозакурит. Ну там же ГКД 1 секунда, то есть он не пробавляет? ГКД, так, для справки, 1,5 секунды. Так, пока тут она же на Эннель. А тут выйдет же на Эннель. ДПС еще не может. МЗР пишет, фул проклятия простоял. Было такое, Луцин? Один раз почти простоял, но там все хилы были вправо в этом. Войт, у кого как? Шкаф поставьте. Нет, такой хуйни не должно быть, блядь, чтобы кто-то стоял 30 секунд, блядь, с проклятием, это бред какой-то. Ну это... такой один раз был, потому что я стоял на дальнем круге, а он в центре. Ну вот сейчас централизуйся, тебе вообще похуй, ну, ты по-моему, бегаешь. И как говорили, что типа 20к минимум для ОКХМ, у нас 2 человека в ДВ статике, да, проходят? На Лара. Понимаешь, ДПС хватает, но десятка тут точно не прокатывает. Мне кажется, минимум 16 должно быть.
Ребят, которые стоят на большом круге, перебегайте речи, вас иногда не достать. Вы просто, блин, я не знаю, колбаской там растягиваетесь. 15 дает. Кто нас меньше 15 дамажит? Я, блядь, удалил уже. Крони, грид, зачетный, Джокер, Резелина пока... Как вы, Хантон, нихуя не делая на этом больше, просто дамажа, не можете, ну, дать, не можете дать больше 15 тысяч ДПС. Вы просто дамажите, вы нихуя не делаете. Типа, Хантон, если вы скажете, что вы перебегаете, то того ДПС теряется, а Хантон за это нихуя не прокатит. Ну, играют люди по-разному, по-разному исполняют они, свой класс. Они сурфов сделали и что-то ни хрена не могут. Да нет, просто не смотри, Леша, они в сурве играют, да, а я играю в мэме. И когда перья как раз, я кастую ветный выстрел. Мне приходится перебегать, я теряю ДПС. Так ты должен рассчитывать так ротацию, чтобы тебе подходила выстрел химеры прицельный, блять, под этот, под перья. Ну я понял, я попозже. А дайте джипса. Поставили. То есть, блядь, Хантом здесь не дала 20 тысяч, допустим, ДПС 4 тык дать. Блядь, это стыд. Ханты что-то нихуя не делают. Более с брюлями. Не, просто ханты здесь реально нихуя не делают. Просто бьют босса. Просто туннелят босса, как и милики. Миликам тут тоже не выдавать ДПС, это, блядь, печально. Что вот милики здесь делают? Просто бьют босса? Даже если вы скажете, что вы перебегаете, вы, блядь, все равно, когда перебегаете, все равно бьете босса. Да, там так устроено, что вы сразу за боссом бежите. Да милики-то по большей части дают ДПС, так. И вот, так по поводу Джокера, да, у него будет просадка по ДПСу. Типа, ну, у него есть ДПС более. У него будет просадка банально из-за того, что Близзард. А по поводу локов, блядь, просадки по ДПСу не должно быть. Минимум 15 тысяч вы должны давать. Типа вы уделяете всего лишь 2 секунды, чтобы законтролить. Это просто, ну, 1 секунда, чтобы раз законтролить, и 2 секунда, чтобы, если что, переконтролить. Дальше, все остальные классы, все остальные РДД, которые практически нихуя не контролят, вы должны тут давать ДПС. То есть Мозер там, допустим, на ШПшке, просится, блядь, на ШПшке. То есть в любом случае эти классы должны давать ДПС, блядь, там старик на Элеме, да? Вас ничего не держит, типа, вообще. Вы просто, блядь, ну, скажете, на ходу нельзя, типа, на ходу можно. Ну, вам не так далеко надо бежать от этих луж, то есть, грубо говоря, блядь, вот лужи разлились, пару шагов вправо, дальше дамажим. Пару шагов вправо, дальше дамажим. То есть вы теряете там максимум 2 секунды на перебежке. У вас должно быть такое понятие, что чем больше дамага по боссу, тем быстрее босс переведется, меньше взрывов модов, меньше контроля и тому подобное. То есть чем больше ДПС, тем лучше. Я, конечно, понимаю, что у силки там по 150 хп вкинут, но 15 давать это, я думаю, не проблема. Я не прошу там 20-ку давать на этом боссе. 15 плюс давать... В принципе, нормально ДПС для этого босса. То есть даже белая стая, чтобы вы понимали, этого босса прошла с ДПСом, блядь. У них последние позиции занимали там по 11, 12 тысяч. То есть, в принципе, они прошли этого босса. Ну вот у нас 245 в общей. Вот, а должен быть примерно 260. А у стаи я сейчас скажу, сколько было. Получили. Молчи про Асгар, который там 300 с копейками на первой фазе. Ну, к примеру, вот если вот я сейчас открыл видео белые стаи, у них ханты 27-25. Это с бурста на поле. Нет, это уже конец. Гера. Вон вчера это от 30-шку держал до конца. Вот, что вторая это? Фаза, Векс, хан 23, ДК 22, а второй хан 21, 500. Может, там не спрашивает, нет.
Ему не надо. На первой фазе он не диспелит, на второй диспелит. На второй он диспелит, потом Джокер с него диспеливает и через глыбу скипает. Все, все здесь, все готовы поехать. Ну, давай ДПС. Каст. Перебежали. Гриб, 3 стака, блять. Забрал. Баны отпускаются. Сейчас еще два дойдут. Одного за контрольцы. Правда. Санку дал. Шторм. Контроль. Забираю. Гриб, похуй, завис. Угу. Идем дальше. Раз. Раз. Побежали. Салют, слеп. Контроль, контроль. 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 Пусть будет. Красный. Жди, жди. Проводи.
воде. Там, смотрите. Так, прибежали. Ебать. Больше. Банан, читайте. Раз. Прибежали. Забрал. Ставите два тоже. Каст. Больше урона. Тени, тени. Процентаж смотрим. Берса 50 секунд. Раз. Так, еще не много взрываем. Надо похлопать, да? 11. Возьми на 4 стак. Посадку дам, отведи. Трочек. Посадка тоже сыграл. Все, побольше, побольше. Трочек. Нас перехватим должен пройти. Контроль мобов. Проводи. Сейчас пойдет секунда. Все, пускай заходит. Быстрее, быстрее, быстрее. Пошли, пошли, пошли. Хильтесь. Зайдут пару мобов. Блять. Бежим, бежим. Беги, блять. 10 секунд у тебя. 5, 4, 3, 2, 1. Стали пуч нашли. Фокус. Просто перья проночь. Милики сначала в РДД зону убегают, потом, блядь, в РДД зону прибегают. Поехали. Агро. Ера, у нас Россия, мы. Войдачи. Ярость. Здрасте, Ром. Ветер. У Мишки стоп. Рит, она задача двух мобов забрать. Перья. Перья. Стеночки, или... бегом к стеночке. Илики отбежали, блять, в РДД зону, потом перебежали все. Меня с дисперсия быстрее подбежал. Контроль мобов. Контроль мобов. Мобов за контроль. Блять, я сказал, грип локи, где баны? Грипы лично. Два бата сложно дать, один вижу. Грипы нет. Ну, закончено. Непременно все будет охуенно. Сложно два бана дать, блять. Что за локи? Ну, гриба не было, я хуй знаю, по-моему, не было. Лёх, а ты чё думаешь насчёт меток-то? Ты заставляй локов, я хуй знаю, даже раздай массистов так же, пускай в это, в, ну хули, пропишешь этот самый скриптар, чтобы метка вешалась, чтобы видно было, блядь. И следующая строчка изгнания, вот этот бан, чтобы они это доставали. То есть они два дела, они и тебе визуализируют, ты видишь, кто слагает, кто нет, кто вешает метку свою. И бан дают заодно, одной кнопкой всё делается. Четыре моба зашло. По двум бан бы дали, блядь, выжили бы. Да что-то там прям перед боссом лужа появилась, прям вообще. Хуй, да потому что, блядь, стоит, там, ну, он тебя перья, блядь, они хуй даже отбегают.
Когда говорят вампире, вы бежите к стенке. А лучше возьмите фокус босса и увидите. В РДД зону бежите, все в РДД зоне стоят. Потом только когда, блядь, я говорю, перебежали, тогда перебегаете. Ставлю. Ну что, Джокер вышел? Драгон, сколько там? Шифтани мне? Я 17. Рыбу кушаю. В общем, старика ты обогнал. Сколько он дал? 17 дал. По гримар буса залетай, перекину вещи. Лёх, я релогнусь. Да ладно, забей. Я думал, что его брали. Не раньше не искал. А его вообще забил. Адмирал, понял, да? Это же возможно сделать, да? Чтобы только начало каста, и он тебя объявляет. Как с осквернением, такая же. Ну, у меня, видишь, я объявление не сделал, таймера сделал. Таймер, то есть он видел каст таймера, шел. Таймера на первой это все до пизды. Вот я про вторую. Я вторую фазу тебе говорю, то есть таймер крика есть. Каст таймера крика тоже есть. Анонса нету. Сейчас я вот добавил анонс. Вот поэтому я поэтому и релогаюсь. Сервак, да. Я вылетела. Я тоже. Да, да, сервак упал. Самое очко, это нужно, чтобы, блять, анонс начала каста был. Блять, моментально. Есть анонс, есть, он вообще. Есть, да, 2 секунды. Он, то есть, точнее, не анонс, а и таймер пока что. Вот сейчас я добавил анонс. Угу. А это вопрос, локовским проклятием замедляется крик Феникса? Ты, никто не тестил, что ли? Если замедляется... Любым замедлением замедляется, блять. Ну так если Старик, это обязательно Старик, вешать. Старик, ты тут? Что? Старик тут? Сервер упал. Да, сервер. Я просто хотела, я не знаю, спросить у него, почему он лужу от Т5 не сдал. Если бы сдал, ну ады бы меньше шли. А, пойду покачай на люк. Я ему в личку пишу, он мне не отвечает. В Дискорде, видимо, тоже. Не знаю. Так у всех все побежали, пока можно. Я на Шамане тоже, вот, когда был в прошлый раз, после перьев отбегал и тотемаков ставил под лужу. Блять, ничего сложного нету, мы уже первую фазу прошли, уже радует. Так что, думаю, тоже стоит начать. Да, сколько еще тотем акол помимо Т5, вот странно. Лёха, а можно убрать усилки с КП? А то не чувствую все равно один хрен урона по себе. Меня замедлялка-то по КД стоит, только она сильно не спасает от килов. Ну, хоть так, чем никак. Тоже я вот да, тоже. Говорю, все с усилками. Ну зачем мне в ШП, если у меня есть это своего минус 15% урона? У каждого есть столько же. Где он? Какого есть? У меня от Неликс в обществе равняют всех под одну гребенку. Объяснила? Это неправильно. Ну нет, конечно. Но если сказали, то сделали что-то. Я не получаю столько урона, как получают другие. Вульф, а ты сколько усилков кинул в хп? Почему у тебя, блядь, на 1к больше, чем у меня хп? Мне вот интересно. Ладно, сейчас приду. Блядь, понимаешь, у нас проблема не в усилках, нам урона хватит, если люди, блядь, будут жить другие. Вервульф, ты сколько усилков хп кинул? Не слакать с контролем. Блядь, тут хоть все усилки уберите, все равно хватит урона.
Не, у меня вопрос. Что вы будете делать? Что вы будете делать, когда на второй фазе появится 10 мобов? У пятерых, сука, не смогли. Конкретно я выживу. Знаешь, вы пятерых законтролить, блядь, 2 моба не смогли с 5. Что делать, блядь, когда 10 мобов появится? Ну вот, просто логически подумал. Что делать, если появится 10 мобов? 10 мобов, блядь. И 25 человек, пятерых мобов законтролить не мог, а, блядь, появится 10 мобов. Что вы там будем делать? Так, Берсерк, таймер. У нас 445 секунд на 5 секунд. Живые купола и плюс сакра. Ну, а что будут хилы делать на другой платформе? Кстати, там танки с Драгонсен стал на место свое. Да, мы стояли до последнего. Пока вы там не сдохли, нас не убило. Были там? Где? Ну, на платформе первой, второй мы были с хилами. Ну, хилы тоже там были, все нормально было, да? Мы все там. Кто должен был, кого-то назначил, мы и туда пришли. Потом времени, блядь, пешком добежать к выводу. Скажет, почему у Рога на 1 хп больше, чем у меня. Потому что он перекинул один усилок. Зайду 2 минуты. У него в шмотках просто больше хп, чем у тебя. У него 2 пушки. В коже не может быть выноса больше, чем Влад. Войт, обнови. Анонс. Премиум есть, а у тебя нету. Голосовал. По-любому. Старый ты тоже обнови. Это, Адмирал, залей видео этого. Оно 2 гига с лишним весит. Ссылку дай просто. Или ссылку вот именно. Ссылки у меня нету. Народ, как у вас там дела с коронавирусом? Все плохо. Пока АВР побеждает. У нас нету вроде еще. Ну говорят, я сейчас смотрел, китайцы вроде начали лечить. Уже научились вроде. А что его лечить? Там сами выздоравливают. Заметно, да? Не сами сытят. Выздоравливают, сами умирают. Там умирают только люди с пожилого возраста. Короче, чем старше, тем больше шанс умереть. Блять, там от иммунитета зависит, блять, а не от возраста. Заходит. Какая ката у Прони? У тебя какая ката? Чего так мало усилков у тебя? Третья у него, без плюсиков, наверное. Третья сока плюсов. Третья фу, не знаю, у меня, блядь, даже у ДК дохуя хп теперь. Ой, усилков там больше 200. Третья, у тебя третья фул, что ты вторую кату не делаешь? Крайне точно не забавно. Так вчера и не пошли. Ты в ЛФГ сам бы собрал. Он собирается быстро, потому что желающих дофига. Полчаса посидел в сборе и все лучше. Заходим, ребят, чего вы ждете? Под Драгон твою тему никто еще не отписал даже. Вот ты отпиши. Лех, кстати, как думаешь, мне Дезорон скажет, нет? Айдишник. Мобов. Ты сам можешь это.
Нет, именно я вот этого я не могу взять посмотреть. Мне нужно взять таргет этого моба, а они в таргет не берутся. Поэтому я не могу посмотреть. Берется в таргет, как банные молоки. Да? Перо. Мне нужны перья, которые тут, летят. Тут босс сам ресает, что ли, или что? Что ресает кого? Босс? Я зашел в игру, у меня было написано воскреснуть, принять. Написано даже, что кто-то ресал. Я нажала принять, и я все равно в духе. Что делать? Пойду выйду. А я реснулся. Выйди. Я зашел, у меня табличка, которую нельзя отменить даже было. Воскреснуть, я нажал принять, и все. Если Дизерон мне скажет айдишник этих мобов, будут метки на ком, на кого падают перья. Это не помогло. Телепортнуться код Бона можешь, нет? Да. Зачем тебе метки? А может у Дизерона еще попросить кнопку убийства босса? Тебе надо всего лишь время, таймер поймать. Это все таймеры есть, все таймеры есть. Я все поймал уже, все сделал, все работает. Все крики, все таймеры, все косты. Вон вкладка DBMHM, посмотри. Можешь поставить. Я хочу еще сделать как на Личе, когда кидается ловушка, чтобы так же перья кидались. Ты типа кричал, анонсил сам? Чтоб да, чтоб на кого кинулось, тот типа кричит перо на мне, метка вешалась. И как слизняки, или как так же ловушка, наличие стрелочкой показывало, что ты в зоне действия. Можно значит стрелочку. Главное, чтобы оповещение было, что ты в ней. Это вот именно нужно узнать, что это за мобы. Потому что вот эти перья, это не скилл, это мобы. Так, я релогнусь, у меня скиллы как-то не так отображаются. Мобы в форме лучше? Нет, а перья, вот когда он кидает, летят перья по воздуху, это мобы. И когда они приземляются, они превращаются, только потом превращаются в скилл. Но они берут в таргет. Я не могу, я только могу с меткой резнуться, всё. Резнуться, духом, ты в инсте или где? Я вышла из инста, зашла в инст, все равно я духом, я попорхнулась... Так, с рейда сейчас зайди. Нет, с рейда выйди, подожди, типа с рейда ливни, подожди, и тебя выкинет, короче, живой. Я не в инсте. Это самое, кто он? Адмирал, единственное решение для тебя, это название пера и макрос, выделяющий это перо. Это быстро надо тыкать макрос. И записывать видео. Если это реально моб, то он у тебя, ну, выберется. Я по логам посмотрел, это моб. Айдишника нету, да? Айдишника нету. Ну и Алара тоже айдишника нету. Там у них свой код идет, как там в 16-значный. Есть 2 минуты еще от эти, Лех? Ты про российские разработчики забываем. Заходят, там, блядь, ресаются или что-то. Хорошо. Не, самое оптимальное это зайти духом, выйти из рейда, тебя выкинет живой, по идее, чем маску выйти.